Друзья, всем привет, меня зовут Денис, и вы на канале Дэн ТВ. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться одним полезным советом, который вам обязательно может пригодиться во время ремонта. Для этого совета мне понадобится металлический болт, гайка к нему и обрезок профильной трубы. Вот такой коротенький маленький обрезочек. Этого будет достаточно. Итак, давайте начнем. Вот такой у нас должен получиться болтик. По краям стачивается, чтобы были ровненькие площадки. Сейчас мы здесь засверлим отверстие. Далее работаем вот с этим обрезком профильной трубы. Закрепляю его в тиски, и нам нужно будет вырезать вот такой кусок. Вот такая должна получиться пластинка. Сейчас ее нужно подточить и закруглить края и убрать вот эти вот заусенцы. Вот так выглядит деталь после обработки. Сейчас нужно будет просверлить в ней отверстие. Так, чтобы точно разместить отверстие нашей заготовки, мы вставим ее в болт и вот здесь отметим карандашом. Далее я разинковал отверстие под шляпку гвоздика. Ну и теперь собираем всю эту конструкцию. Вставляем гвоздик. Очень важно, чтобы гвоздик не торчал вот здесь. Вот и здесь сейчас обрезаем гвоздик и немножко расклиниваем его, чтобы гвоздь не вылетал из отверстия. Кусачками откусываю. Гвоздик я расплющил, и теперь он не выпадает и держит деталь довольно-таки прочно. Теперь накручиваем на эту деталь гайку. И сейчас я покажу, для чего это нужно. Итак, друзья, чтобы показать вам наглядно, я не стал крепить это в стене. Я вам сделал вот такой мини-стенд. Это просто отверстие под размер болт. Итак, размещаем. Представьте, что это стена. Размещаем этот болт вот таким образом. Переворачиваем болт и натягиваем. И теперь подкручиваем гайку. Подтягиваем. И теперь у вас в тонкой стене вот такое надежное крепление, на которое можно вешать большой груз или вес. И самое главное, что это крепление, оно съемное. То есть вы также откручиваете гайку. И вот так оно вытаскивается.